Ровно год назад в Тюмени было солнечно, термометры показывали плюс 3 градуса. В этом году, по прогнозам синоптиков, будет теплее. Подробнее прямо сейчас. Здравствуйте, с вами Кристина Смирнова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Ночь на субботу на юге Тюменской области еще кое-где пройдет небольшой снег. Днем в регион заглянет антициклон, благодаря чему немного распогодится, а температурный фон окажется на 3-4 градуса выше своей климатической нормы. Так, 25 марта в Тобольске переменная облачность, в ночные часы кратковременный снег до минус 6 градусов, днем ожидается плюс 5. В Ишиме облачно, осадки маловероятны, под утро минус 9, днем воздух прогреется до плюс 3. В Заводоуковске ночью снегопад при температуре минус 8 градусов. После полудня заглянет солнце, столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. В Ялуторовске схожая погодная ситуация, ночью 7 градусов мороза. В дневные часы воздух прогреется до плюс 1. В Тюмени после полуночи тоже пройдет снег, прогнозируют минус 4 градуса, а днем будет ясно и плюс 7. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.